Решили сходить на кладбище. Пока еще сухо, тепло, а то на следующей неделе снег обещали. Вон шиповник уже отходит. Надо пособирать, может быть, ягодки. А деревья уже все листики сняли. Идем собак кормить. Добро пожаловать в Лондон Молл. Чё ты там нашла? Боярышник? Да, не знаю. Да, возможно. Крупный какой, красивый. Так возьми себе, нарви. Да ну нет, тут дорога. А, ну да. Ну, вообще да, красиво. Такой крупный еще, не дорог. Вот такой вот у нас новый райончик. Машины едут, Челсик идет, маршрутка стоит. Бесплатные маршрутки до Лондон Молла у нас курсируют от метро Большевиков. 5 минут, и ты уже в торговом комплексе Лондон Молл. 4 ноября. Все, Челсик, стоп, стоп. Там дальше машины. Машины, там дальше. Там дальше машины. Жди, когда проедут. Нельзя на них кидаться. Молодец. Нельзя кидаться на машины. Нет. Челсик у нас вот так по подиуму любит ходить. Ну, какой мотоцикл у нас тут. Прикольный. Ресторан Токио Сити. Никогда не хожу по ресторанам. Люблю свою пищу. Ну вот заходим на кладбище Киновеевское. Как будто бы в другой портал. Попадаем в другой мир, в другую вселенную. Да, здесь всегда так тихо, спокойно. Ну что? Красиво тут, конечно, нет, летом особенно. Нет, и осенью. Ну а сейчас уже ладно, хоть дождем. Все листики опали, снега здесь пока нет. Красивее. Да, мох. Я всегда люблю. Сейчас еще грибы найдем. Жарёк сделаем. Да. Вот здесь у нас колумбарии находятся, а также могилки. А там уже большое кладбище. Ну, тут вот наша могилка. Привет, Стас. Мы все еще живы. Победа будет за нами. Вон тут тоже сегодня много принесено. Слетай, позывай своих подруг. Сейчас будем кормить наших подопечных кладбищенских собачек, а также, мама говорит, воронам чего-то мы взяли. Всех накормим. Давай вот по этой стороне. По этой? Ну, Паша, по этой. Все, некрасиво уже. Вороны? Готовы? Мы идем вас кормить. Какая елка. Смотри, какие красивые. Кипарисы. Так... Да. Нам надо такой же посадить. Есть такие вот лейтенанты тут захоронены, павшим в боях за нашу родину, за советскую, 1943 год. И вот уже выходим на церковь. Здесь находится офис кладбища, и здесь живут собачки. Сейчас мы их покормим. К сожалению, пирата уже нет, но зато появился новый мальчик, граф. Сейчас покажем. Полетели. Все. Они знают, что мама принесла еду. Уже взяли. Ну, насыпем еще что-нибудь. О, она заметила. Ой, голодные какие сейчас слетятся.
Не лето. А летом зажравшиеся были, не хотели ничего есть. Ворон мы любим, подкармливаем. Молодцы, кушайте. Только не деритесь. Так, ну вот офис, мама пошла за собаками, а я пошла кормить ворон. Здесь насыпем сейчас. Вот так. Все, мы будем. О, какие-то плевушки тут мамка набрала. Вот так. Найдут. О, летят перелетные птицы. Иди, кормись. Молодец. Розочка, ай, ты наша красавица. Здравствуй, куколка. Здравствуй. И Мончик бежит. Ой, чуть не упала. Привет, привет, розочка. А где граф? Ай, Челсик. Графа нет. Нет? Графа, что случилось? Как жалко. Ну так он бешеный. Ну да, он молодой. За кем-то, девочка, наверное. Моня жива. Жалко, конечно. Вот такая судьба у собак. Угу. Монечка, красавец. Я тебя еще не гладила. Красавица, умница. Здравствуй, крошечка. Любимая. Рыженькая тоже. И роза любимая. Мама кашу принесла Моне. Моня любит кашу. Вот. Горячая. Ну, она как-то так лизнула и... Монечка. Вот так. Вот, вкусняшка. Жиденько это. Намного лучше, да? Чем косточки да корм. Молодец, кушай. И розочка тут наслаждается своим завтраком, ужином. Нет, обедом. Вот смотри, сколько ворон сейчас. Ну что, все растаскали? Это нет, это не кушай, это пластмасса какая-то. Роза наяривает свою косточку. А вороны уже ждут. Что там останется у розочки? Что там у розочки останется? А, роза довольная, счастливая. Лежит. Красотка наша. Красавица. Накушалась? Умница. Кушай. Хочешь с воронами поиграть, Челс? Я хочу косточку от розы. Косточку у розы хочу спереть. А, все. Да? А. Идет кромат, я говорю, честно, и он выглядывает. И говорит, да ты жалко, лапы. Розочка, давай я постучу. Роза любит, когда ей по попке стучат. Жарко. Ну, я же говорила, будет жарко тебе в этой куртке. Маме купили куртку в Тики Макси. Давным-давно. Давно. Уж 10 лет. Да, ну все как новенькое. Не, не 10 лет, мы где-то в 2018, может. Недавно. 50 фунтов, по-моему, она стоила. Розочка, Розалия. Вот, лапку дает Роза. Хорошая собака. Мама боится ее тут. Моня укусила нечаянно. Ну, косточку кусала вместе с пальцем. Маминым откусила. Так мама думала, все, от бешенства помрет. Сегодня с опаской шла. Жива ли Моня? Не пошла она делать уколы в очередной раз. Какой это был, да уже третий? Два раза. Два раза уже делала укол. Ну, там были какие-то кошки дикие. Там были собаки незнакомые. Незнакомая собака и кошка, по-моему, ты ее из сетки вытаскивала.
Да, первая собака, вторая бездомная кошка. А тут Моня-то вроде как при кладбище, поэтому не должно бы. А это она на Челсика, что косточку. Челсик все пытается. Ну все, дай покушать. Ну пошли. Сейчас второй раз не даст. Дай лапку. Дай лапку. Нет, она слушает, что там Моня гавкает. Дай лапку. Вот. Мне так неудобно тебе лапку давать. Отстань. Так. Нет. Это что такое? Все. Ты чего рычишь, Челс? Так нельзя. Ай-яй-яй. Пошли. Вот такая тишина. Тихо, спокойно. Мы любим здесь гулять. Какой интересный памятник в виде скрипичного ключа и арфы музыкальной. Наверное, музыкант, женщина была. Вот смотри, как кипарис красиво смотрится. Прям такой шикардос. Нам надо тоже такой посадить. Стас у нас любил кипарис. Скворечник? Ну да. Вот эти мне нравятся. Я про кипарис говорю, что Стас любил у нас, и нам надо такой же какой-то. Ну, может быть, весной, если доживем. А вон березка такая. А это вот, как он, церетели? Да. Памятник. Какие росы шикарные тут. Каждую неделю, по-моему, кладут такое. Ага. Зураб церетели. Автор. Вот кто-то ведь сделал своим родителям, наверное, памятник. Заказал. И вообще тут такое все ограждение красивое. Лавочка, столик. О, березки. Кто-то упаковывает на зиму. Целлофан, памятники. Никогда не знаешь, когда тебя застанет, твой час пробьет. Да, молодых. А вон смотри, розы посадили. И тоже кипарисы. Вот, наверное, сейчас их надо сажать. Ну, мы не готовы. Смотри, как хорошо кипарисики тут будут, да, если. Ну, Челсик, ты куда? Пошли, все, домой. Любит встать так напротив машин стоящих и смотреть, да? Чьи там огоньки?